Добрый день, с вами Сергей Чураков. В этом видео я вам хочу показать, рассказать, что такое премиум домены и чем они отличаются от обычных доменов. За основу возьмем Access Corporation. В Access у нас есть такой сервис под названием VWebs. Здесь вы можете заказать доменное имя и получить хостинг. Доменные имена, вот бесплатная регистрация домена доступна только для следующих зон: .net, .org, .com, .us, .biz, .info. То есть домены в этих зонах будут бесплатными. Одно доменное имя бесплатно можно регистрировать, второе уже покупать за деньги. Значит, у меня есть доменное имя Megamoney. Megamoney.biz. Сейчас я вам покажу, что это мое доменное имя, то, что оно здесь зарегистрировано. Сейчас система выдаст ошибку, то, что в базе уже есть этот домен. Как вы видите, сообщение, то, что домен уже у нас зарегистрирован, то есть в компании, поэтому я более раскрывать не буду. Выбираю любой. Продолжаем. Значит, домен имена Megamoney, они вообще все заняты. Беру свое доменное имя Megamoney.biz. Иду на так называемый регистратор GoDaddy. Вставляю вот Megamoney.biz, нажимаю повторный поиск. Я уже вставил и уже произвел поиск. Значит, что я вам хочу показать. Система GoDaddy рекомендует выбрать домены, то есть отличающиеся от Megamoney.biz, но с составляющими, допустим, где-то Mega, где-то Money, где-то еще что-то, где-то окончание biz. То есть как бы предложение есть, потому что этот домен он недоступен. И теперь давайте поищем так называемые премиум домены. Вот, допустим, Mega Success, то есть Mega Успех. Тут написано премиум, и стоимость домена 39 тысяч рублей. Значит, что же такое премиум? Вот тут есть кнопочка подробнее. Значит, читаем. Премиумные доменные имена ценнее прочих доменных имен, поскольку они основаны на распространенных словах или фразах, которые часто используются для поиска в интернете. Значит, Mega и Success — это, конечно, хорошо. .com. И вот именно в зоне .com будет, конечно, 39 тысяч. Давайте посмотрим, сколько стоит такое же доменное имя, и если оно в свободном доступе, только в другой зоне. Убираю Mega, вставляю сюда и нажимаю продолжить. И вот смотрите, то есть вот этот в зоне .com, он, конечно, занят, потому что он на этом регистраторе как премиум считается. Если не принципиально .com, то можно спокойно взять в точке biz от слова бизнес. То есть домен в зоне biz — это означает его как продолжением .com сделали, когда зона com стала уже недостаточно. Аналогичным по ценности будет .net и .org. Поэтому уже стоит выбрать, либо заплатить megasuccess.com 39 тысяч, либо бесплатно за megasuccess.biz, ну, заплатить ничего, можно сказать, либо .net. А еще интересные факты, я просто уже поискал домены, сейчас найду вам самый такой дорогой домен, потому что их тут много премиум, тут за 118 тысяч, за 39 есть, и это еще не пределы. Так, сейчас внизу 119, так, 116, 119, там 1800, то есть 31 тысяча. В принципе, здесь всегда можно подыскать какой-то домен, только в другом окончании нашей компании, Access Corporation. Так, я вам сейчас хочу найти, вот самый дорогой домен, который я тут нашел. Supersilver.net. Он стоит 1 912 350 рублей. Наверное, кто-то его купит. Но давайте поищем это же доменное имя
То есть в первую очередь окончание .net, это уже во вторую очередь идет. Идем сюда, вставляем, нажимаем для продолжения. Так, здесь зона .net, супер сильвер, то есть люди ищут супер сильвер, то есть супер и сильвер, это серьезные такие слова, поэтому дорог. На самом деле цена домена здесь, кто-то его когда-то купил и просто хочет перепродать. Но это не значит, что именно в зоне .net этот домен купит, потому что вполне можно выбрать supersilver.com.us. Давайте вот посмотрим, какие они какие доступные. То есть .com недоступен, а .net стоит больше почти 2 миллиона рублей. А вот supersilver.org, который по ценности равносилен домену стоимостью за 2 миллиона, в аксессе он будет бесплатным. Supersilver.biz по равноценности он равноценен домену стоимостью за 2 миллиона, тоже бесплатен. Итого, какие можно сделать выводы, господа? Пользуйтесь Access и не платите большие деньги непонятно за что. Понравилось — ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч!